Ну, я не видела, начиная с 12 лет, то есть большую часть своей жизни. Мое утро начиналось так, что ты встаешь и первым делом ищешь свои очки. Это уже вырабатывается как такой рефлекс. Ты начинаешь свое утро и вот раскрываешь свои глаза, понимаешь, что ты не видишь, и начинаешь машинально искать очки, куда ты их положил. Не дай бог, ты положил их на другое место. Буквально за месяц я для себя до конца решила, что да, это порог, когда ты стоишь на станции метро и не видишь номер платформы. То есть ты не видишь такими огромными буквами, как написано, платформа номер один. В этот момент ты осознаешь, что, ну, наверное, жизнь проходит, и ты теряешь что-то важное, что-то ценное, что-то красивое. Когда я сделала коррекцию, мир, он заиграл такими потрясающими красками, то есть я не знала то, что он настолько красив. Ты влюбляешься в него заново. Ты видишь птиц, ты видишь, как они махают крыльями, ты видишь огни, ты видишь окна, противоположные окна твоего дома. То есть ты каждый день вроде бы машинально туда выходил, на балкон смотрел, но не видел. И это смотрел, но не видел можно отнести буквально к каждой вещи. Коррекция, она дарит не то чтобы зрение, она дарит тебе новый взгляд, она дарит тебе новые возможности, шанс начать что-то заново, шанс увидеть то, что ты не видел раньше. Мир, он прекрасен, он влюбляет, и жизнь играет абсолютно другими красками.